Неожиданно для всех такое разгромное поражение. Хоть Денвер и был фаворитом, но сегодня они вас проиграли во всем. Как думаешь, из-за чего это получилось? Ну, трудно, что у нас было 6 человек. И некоторых из основы не было, с которыми мы в предыдущем матче отлично играли. Как думаешь, завтра... Сегодня суббота, первая игра, и завтра будет воскресенье, вторая игра. Как приедете, попытаетесь реванш взять? Ну, если отдохну и завтра приеду, то попытаемся. Ладно.